Международным женским днем. Пусть будет много счастья в нем. И красоты сюрпризов ярких, и комплиментов самых сладких. Пусть сердце верит, любит, ждет, и счастье в светлый дом придет. По пустякам не огорчаться, а жизнью в целом наслаждаться. Всех поздравляю с Международным женским днем, 8 марта. Сегодня я решил сделать вам необычный подарок. Это вот такой цветок, кактус. Надеюсь, вам понравится. Пусть этот кактус порадует вас своими большими колючками. Но это не основной подарок, потому как вот от меня еще вам цветы. Надеюсь, вам приятно. Вы, я думаю, любите такие цветы. Если вам понравился больше кактус, то пишите.